Господу Богу помолимся, гневною был возвестим, так псов, как нам рассказывал, инок честной и двенадцать разбойников, жил курьер атаман. Много разбойники ронили, кровы честных христиан. Господу Богу помолимся, древнюю Библию возвестим, так все, как нам рассказывал инок честной и много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Сам курьер из-под Киева выкрал девицу красу. Господу Богу помолимся, полюбовницей тешился, ночью на беги творил. Вдруг разбойника лютого совесть Господь пробудил. Господу Богу помог, все древною вил возвестим, так псалов, как нам рассказывал инок честной и просил своих он товарищей, просил на беги творить. Сам курьер монастырь пошел, Богу и людям служить. Yeah.